На внеочередной сессии Кустанайского областного маслихата перераспределили часть сэкономленных в бюджете денег. Например, управлению сельского хозяйства и земельных отношений досталось 850 миллионов тенге на формирование регионального стабилизационного фонда продовольственных товаров. На эти деньги будет закуплен в том числе и сахар. Управлению координации занятости и социальных программ 323 миллиона тенге. Из них 121 миллион на оказание ежемесячной социальной помощи для 663 больных туберкулезом в активной фазе. За 24 миллиона тенге Кустанайский областной реабилитационный центр намерен приобрести специальный микроавтобус с подъемником. Управление строительства, архитектуры и градостроительства 302 миллиона 500 тысяч тенге, в том числе 227 миллионов 900 тысяч тенге на завершение проекта строительства канализационной сети комплексу птицефабрики в поселке Гурьяновское Карабалыкского района, 68 миллионов 400 тысяч тенге на строительство медицинского пункта в селе имени Ахмеда Байтурсынова Жангелдинского района, 6 миллионов 200 тысяч тенге на разработку ПСД по проекту строительства спортивного зала в селе Амантуга Амангельдинского района. По ее словам, из бюджета 300 миллионов тенге выделяется на субсидирование части ставки вознаграждения по кредитам в рамках дорожной карты бизнеса 2025. 299 миллионов тенге на проведение среднего ремонта улицы Сьянова в Кустанае в границах улиц Рабочая, Гоголя. 120 миллионов тенге направляется и на приобретение для областного центра 30 видеокамер и модернизацию 4 уже имеющихся. Управление здравоохранения 86 миллионов 400 тысяч тенге, в том числе 39 миллионов тенге на проведение текущего ремонта помещений под установку рентгенологического оборудования Аркалыкской региональной поликлиники, 20,5 миллионов тенге на оплату коммунальных услуг и прочих расходов для Рудненского детского реабилитационного центра, 15 миллионов 700 тысяч тенге на приобретение микроавтобуса для Кустанайского дома ребенка «Дельфин» для обеспечения безопасности детей при транспортировке в летние лагеря и к медицинским организациям. Депутаты областного маслихата проголосовали за это перераспределение. Также согласились народные избранники и с предложением инициативной группы дать название Кустанайскому аэропорту имя Ахмеда Байтурсынова. Окончательное решение по названию будет принимать уже республиканская комиссия. Диара Ахметчина, Наталья Луговская, Татьяна Калюжна, РТН.